Дорогие друзья, всем добрый день. Очень радостно вас видеть здесь сегодня, в этот не самый жаркий день, на нашей самой жаркой африканской сказке. Я хочу всем напомнить, что вы пришли в гости к проекту «Усадьба Джаз Kids». С прошлого года в разных местах, с этого года, с этой осени в клубе Козлова, каждые две недели по воскресеньям мы даем музыкальные, театральные представления для детей по разным эпохам, значимым в истории современной музыки и по разным интересным этническим странам. Мы путешествуем во времени и пространстве вместе с вами, большими и маленькими. Я очень надеюсь, что всем будет интересно. И прошу вас присоединяться к нам в социальных сетях «Усадьба Джаз Kids», проект «Маленькая Африка». И через несколько минут мы увидим замечательную группу «Софо Ли», которая, собственно, придумала эту самую замечательную сказку. И более того, в прошлом году группа «Софо Ли» победила в нашем конкурсе молодых исполнителей в номинации «Уникум», на конкурсе, который проходит у нас в Сочи традиционно. В 2016 году он был на «Розе Хутор», в этом году «Горький город». В общем, это наши победители. Спасибо вам большое, что пришли. Я надеюсь, что вы станете постоянными посетителями наших сказок музыкальных. Спасибо вам большое. Ждем через несколько минут группу «Софо Ли». Спасибо. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Алина Иква. А вас как зовут? Саша. Ульяна. Вы все вместе. Как вас зовут? Громко-громко скажите, пожалуйста. Ульяна. Ульяна, Даша. Ульяна. Арсений. Ульяна. Соня. Привет. Аркадий, здравствуй, Аркадий. А как зовут родителей? Ну-ка, родители, как вас зовут? Саша. Подайте пример. Саша, Олег. Ольга. Ольга. Здорово. Очень приятно познакомиться. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь были в Африке? Никто не был в Африке? А вы хотите отправиться в путешествие в Африку? В настоящую жаркую Африку. Хотите? Здорово. Ну что ж, ребята, тогда мы приглашаем вас посетить африканскую деревню Куруса, где происходят настоящие чудеса. Но знаете что? Может быть, вы слышали когда-нибудь? В Африке бывает опасно. Слышали? Там разные дикие звери. Разные насекомые. Вам не страшно в Африку отправляться? Нет. Не страшно? Нет. Я предлагаю позвать вместе с нами людей, которые все-все-все знают про Африку. Их называют гриоты. Вы слышали хоть раз про гриотов? Кто это такие гриоты? Как вы думаете, кто это такие гриоты? Не знаете? Ребята. Гриоты – это уникальная каста людей в Африке. Это такие специальные люди. Они музыканты, они сказочники. Они рассказывают разные истории, играют на музыкальных инструментах. Гриоты путешествуют из деревни в деревню, чтобы передать разные интересные истории, а также новости. Когда гриот приходит в деревню, вокруг них собираются все-все жители, чтобы послушать разные интересные песни, сказки, шутки. У гриотов, представляете, нет своего дома, потому что в каждом доме они гости, их принимают везде-везде, в каждой деревне.
Ну что ж, а мы сейчас познакомимся с нашим первым гриотом. Это Кора Фола, мастер игры на коре. Ваши аплодисменты, друзья! Мастер игры на коре продемонстрирует нам свой прекрасный инструмент, а вы слушайте внимательно. Смотрите, ребята, кора сделана из настоящей африканской тыквы. Видели тыкву хоть раз? Да, знаете, что это такое? Настоящая африканская тыква. Сверху натянута кожа козы или коровы. Гриф коры сделан из плотного дерева африканского. У коры 21 струна, на каждой из которых своя уникальная африканская нота. Гриоты начали подходить к деревне Куруса, и вот уже много жителей собралось. Но ни одна встреча с гриотами не обходится без джембе. Ведь именно джембе, самый древний инструмент в мире, соло-барабан, ведет за собой весь африканский ансамбль. Джембе Фола! Аплодисменты! Посмотрите, как величественно вышагивает Дунба Фола. У нее в руках две палочки. Две палочки. Аплодисменты, ребята. Сегодня этими волшебными палочками Дунба Фола будет играть сразу на трех инструментах. Посмотрите, ребята, самый-самый маленький инструмент. Обычно.
И вот все жители деревни Паруса собрались вокруг гриотов. А значит, пришло самое время слушать древнюю африканскую сказку. Тепло или холодно? Холодно? Тепло в декабре? Жара? Прям как в Африке. В декабре холодно, а декабрь — это месяц какого времени года? Зима, декабрь, зимой. Молодцы. Ну а в Африке декабрь — это самое время, чтобы сажать сахарную кукурузу. Кукурузу видели хоть раз? Да. Видели? Мама, я видел. Вся деревня Паруса собралась в поле, чтобы сажать сахарную кукурузу. Взяли они свои мотыги, проверили, хорошо ли наточено острие, блестит ли лезвие. Взяли мотыги и взвалили себе на плечо. А что еще нужно, чтобы сажать сахарную кукурузу, как думаете? Семена кукурузы! Взяли жители деревни большие-большие корзины с семенами и начали перебирать одно зернышко в одну сторону, другое плохое в другую. Перебирали жители деревни семена и, наконец, остались самые лучшие. Взяли жители деревни, как думаете, еще что? Лейку? Только в Африке лейка называется колобаш. Посмотрите, большие-большие колобаши с водой. Набрали жители деревни воды и поставили себе на голову. Поможем, ребята, жителям деревни посадить сахарную кукурузу. Да? Хорошо, тогда разминайтесь пока что. И сейчас мы будем сажать с вами самую настоящую кукурузу. Пойдемте на поле.
молодцы, ребята. И вроде бы все хорошо. Наша сахарная кукуруза поднялась до самых небес. Початки вот такие огромные. Но как-то раз на наше поле сахарной кукурузы налетела стая диких птиц. Еле-еле мы отогнали, ребята, отгоняйте птиц. Ой-ой-ой, как много! Еле-еле отогнали жители деревни Куруса диких птиц. Но что же случилось? Что же произошло? Ведь обычно поле сахарной кукурузы охраняют великие духи, африканские настоящие духи. Задумались жители деревни и решили спросить у самого большого барабана. Ага, Думумба сказал, что великий дух Ситунья, который охраняет сахарную кукурузу, на празднике объелся какао-бобов и уснул в самой середине леса. Так, ну и что мы делать будем? Ребят, что мы будем делать? Будить надо! Будить? Великого духа Ситунью? А что делать за свой обед? Пугало сделать! Пугало уже есть. Будить точно и в середину леса пойти готовы, чтобы его будить? Да. Это единственное. Да. Может быть, поедем в Россию обратно? Что это, духа будить? Или пойдем все-таки? Вы не боитесь? Пойдем будить? Ура! Пойдем будить духа Ситунью! Ну что, друзья, тогда пойдемте. Пойдем. Все, пойдем. Идем, будить духа Ситунью. Так, подождите. А, иди сюда. Подождите, а куда идти? В середину леса. А, в середину леса? А в какой именно лес? А вы знаете, где середина леса? Вот! Очень, очень, очень далеко. Ребята, мы же не знаем дорогу. Предлагаю спросить у самой большой птицы Балакуланди, которая живет на реке Дамба. Она кружит над всеми африканскими деревнями и точно знает все дороги. Спросим? Ну, я отсюда.
Ребята, у Балакуланджа нету голоса. Как же мы узнаем, где дорогу в самую середину леса? Медовой водички. Так, а еще кто что думает? Просто отведет нас. Ну, он же полетит, а мы же не можем летать. Так. Дорогие друзья, в Африке все решает ритм. Поэтому мы с вами будем петь волшебную песню, которая точно поможет Балакуланджа вернуть голос. Да? Вы готовы петь волшебную песню? Да. Если вдруг родители устали, можете садиться и смотреть или громко петь вместе с нами. Договорились? Да. Давайте сделаем кружочек перед сценой. Чуть-чуть места освободим, чтобы звук здесь был, звук в самой середине. Ребята, вы готовы петь? Готовы? Громко-громко. Вам нужно будет петь волшебное слово «мбаямба». Ну-ка, повторите. «Мбаямба». «Мбаямба». Ну-ка, а сзади там? Кто скажет громче «мбаямба»? Давайте послушаем наших родителей. Родители, раз, два, три. «Мбаямба». Еще раз, все вместе и громко. Раз, два, три. Мбаямба! Супер, отлично. Я начинаю петь, а вы повторяете мбаямба. Хорошо, все вместе и громко. Не уая неба, мбаямба, не уая неба, мбаямба. Эй, я цилари туну нема, перекудупе, 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 перекудупе. Не уая неба, мбаямба. Ага. Раз, два, три, четыре. Не уая неба, баямба, не уая неба, баямба. Эй, я силали туну нема, перекудупе, 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 перекудупе. Не уая неба, баямба, не уая неба, баямба. Эй, я силали туну нема, перекудупе, 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 перекудупе. Не уая неба, баямба, не уая неба, баямба. Yeah.
попала к Уланде, нашел свой голос. Это очень важно. Мы теперь узнаем дорогу в самую середину леса. Ну что ж, птица Балакуланди, пожалуйста, ну расскажи же нам, где дорога в середину леса. Сейчас я... секундочку, я включу переводчик. Сейчас мне... Сначала прямо, там, так, там будет пещера. А, все, пещера, и там будет хлебное дерево, и там чуть налево. А, хорошо. Ну, Балакуланди, мы с ребятами опасаемся, сможем ли мы разбудить духа леса Сетуни. Так крепко заснул. Друзья, как же нам разбудить духа Сетуни? Он же спит крепким сном. Он какао бобов объелся. Вот что, нужно показать самые страшные африканские маски. Давайте все вместе покажем самые страшные африканские маски. Вместе, 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 родители, не вижу, ни... без вас не получится, все, все, все вместе, любые самые страшные африканские маски. Родители, отдельно, покажите. Дети, смотрим на родителей, запоминаем их такими в любых сложных ситуациях. Молодцы, запомнили, самые страшные африканские маски, запомнили, да? Отлично. Ну что ж, Балакуланди, спасибо тебе большое. Теперь мы с ребятами можем отправиться спасать нашу сахарную кукурузу. Спасибо, Балакуланди. Ребята, помашем рукой на шутки. Спасибо, Балакуланди. О, ну хорошо. Голос Балакуланди, мы с вами нашли. Дорогу мы теперь знаем. И мы отправляемся в самую середину леса. Смотрите, какая красивая тропинка перед нами. Сколько деревьев. А вот и хлебное дерево, можно подкрепиться. А вот та самая старая пещера. Ой, какая хорошая дорожка. И мы с вами идем в самую середину леса. И вроде ничего не предвещает беды. Но тут, прямо посредине тропинки, возник огромный-огромный камень. Какой камень! Какой большой! Кажется, нам с вами его никак не обойти. И, скорее всего, не перешагнуть. Я предлагаю попробовать его сдвинуть. Джейми Фула, помоги, пожалуйста. Джейми Фула, помоги, пожалуйста. Ребята, очень опасный момент. Мы сейчас будем двигать камень. Пожалуйста, поддержите нас аплодисменты. Аплодисменты. Да, толкаем, конечно, толкаем. Я толкал сильно, мальчик. Я сильно его толкал, он очень тяжелый. Джейми Фула. Предлагай по-другому как-нибудь, да? Давай по-другому, давай. Давай по-другому. Тянем. Давай тянем. Ребята. Толкайте с лопоку и тянуть. Все, тянем. Давай. Предлагаю посмотреть книгу древней африканской магии. Сейчас, секундочку. Дождь из лягушек в пустыне. Так, как вызвать гром и молнию? Подождите. Вот. Большой заколдованный камень прямо посредине дороги в самую середину леса. Здесь... Так мелко написано и по-африкански. Здесь написано
нужно обозвать животное самыми большими ноздрями. Это интересно кто? Животное с самыми большими ноздрями. Слон. Бегемот. Давайте еще чуть-чуть, может быть, там что-нибудь еще написано, что нам поможет. Так. Копыта. Копыта. Большие ноздри и копыта. Друзья, последняя подсказка. Читаю дальше. Больше подсказок здесь нет. Огромные рога. Бык! Молодец! Высветилась, угадала. Бык! Друзья мои, очень хорошо, что вы наконец догадались, что это бык. Потому что совсем недалеко здесь. В лесу живет бык. Его зовут Кумбо. Кумбо. Он обязательно нам поможет сдвинуть этот камень. Но не просто так. Знаете почему? Потому что этот бык Кумбо, он всю жизнь мечтает учиться танцевать. А вы умеете танцевать? Ну-ка покажите. Умеете танцевать? Точно? Будем учить быка Кумбо танцевать? Хорошо, тогда мы с вами зовем Дунунбапола. Она самый лучший танцор во всей Африке. Мы зовем Дунунбапола и встаем в кружочек, да, чтобы встретить нашего быка. Мы будем громко-громко его звать. Встаем в большой-большой кружок. И начинаем громко-громко звать быка Кумбо. Точно так. Кумбо! 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 Ребята, какой красивый бык Кумбо! Посмотрите, какие огромные рога! Друзья мои, ну что? Танцевать настоящие африканские танцы и вместе с нами научить быка Кумбо танцевать. Пожалуйста, выходите в круг, кто хочет, и вместе с детьми будем плясать африканские танцы танцевать. Thank you.
прожарка. Друзья, вы настоящие молодцы. Вот так замечательно плясали. Ну что ж, а теперь наша тропинка с вами свободная. И мы отправляемся дальше в самую середину леса. Ну что, сначала прыгаем на одной ноге. Смотрите внимательно, чтобы не утонуть. Родители, следите за детьми. На правой. Знаете что?
мы с вами заблудились. Мы заблудились, а тем временем в лесу стало темно и страшно. И уже нет нигде света, а мы с собой даже не взяли фонарики. И даже у нас нет факелов, друзья, совсем-совсем страшно стало. Что же мы с вами будем делать? Как будем выбираться из леса? Как мы дойдем до середины леса? Мы будем кричать! Кричать громко! Будем! Мы все умрем! Ребята, мы постараемся выжить. Знаете, что мы должны сделать? Уходи! А лучше уходи! Приходи! Мы с вами позовем Варабу. Варабу! А вы что, не знаете, кто такой Вараба? И вы не знаете, кто такой Вараба? Нет, я знаю! Ну, вы точно знаете. Вараба! Это же самый-самый... Вараба! Вараба, да. А кто это Вараба? Вараба – это самый желтый зверь. Самый желтый зверь. Цыпленок. Не цыпленок. Вараба – это самый-самый храбрый зверь. Откуда вы знаете, что это лев? И правда, вараба в Африке – это самый настоящий лев. И мы с вами зовем самого-самого храброго льва. Давайте чуть-чуть отойдем. Он очень, да? Лев, опасное животное. Давайте друг к другу прижмемся, вдруг чего. Да? Мы бояться не будем, но будем опасаться. И зовем самого-самого храброго льва на свете. Вараба! 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 Это что, Вараба, ты что, заболел? Ребята, что с ним такое? Он грустный. Ой, он, кажется, боится. Ребята, наш Вараба боится. Как мы с таким львом пойдем в самую середину леса? Это же должен быть самый храбрый зверь. А он боится. Друзья мои, нам придется с вами опять научить его быть храбрым. Вы готовы? Да. Давайте все вместе громко-громко подходите поближе. Порычим, чтобы Вараба вспомнил, как кричать. Раз, два, три. А теперь... Молодцы, молодцы. А теперь Вараба. Так. Не вышло. Давайте еще раз. Громко-громко нас поддержат родители. Так, 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 так. Молодцы, молодцы. Очень хорошо. Вы точно храбрые. Ну что, все вместе. Третий раз, последний. Громко-громко рычим и руки вверх. И, может быть, пора бы вспомнить. Раз, два, три. Дальше, в середину леса. Он нас точно выведет. Пойдемте. Thank you.
ребята! Спасибо большое, Вараба, что ты довел нас в самую середину леса. Ребята, давайте поклонимся Варабе, скажем ему спасибо и помахаем рукой, скажем до свидания, Вараба! До свидания, Вараба! Спасибо, что ты нас довел в самую-самую середину леса. Понравился вам Вараба, ребята? Красивый. Африканский. Ну что ж. А мы с вами оказались в самой середине леса. Поэтому можно немножко передохнуть. Садитесь. Садитесь, отдохнем, садитесь на траву. Нужно перевести дыхание. Можете на сцену прямо садиться туда. Садитесь, садитесь. Можете прилечь, конечно. Пора передохнуть. Крепко спит. Друзья мои, что же мы будем с ним делать? Давайте попробуем. Трогать его нельзя. Давайте попробуем громко-громко все вместе похлопать, чтобы он проснулся. Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Громко, еще громче. Еще громче. Так, 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 так.
не работает. Не работает. Страшные маски? Он волшебный. Волшебный дух Сидуня? Да. По-моему, тут все. Страшные маски. Но маски надо показать. Но он же пока еще спит. Как же мы покажем? У него глаза закрыты. Может быть, мы еще покричим, похлопаем, потопаем? Все сразу поделаем. Похлопаем, потопаем, мы покричим. Громко, 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 громко. Знаете что? Вы помните, в Африке за все отвечает ритм. Поэтому без ритма у нас, кажется, ничего не получится, а нам нужно его срочно разбудить. Я предлагаю вам сыграть ритм. Вы готовы? А вы готовы? Все готовы? Отлично. Тогда середина повторяет за Дунунба Фола. Кружимся, кружимся и летим в нашу деревню.
Отца, и мы с вами прошли весь путь до самой середины леса и разбудили великого духа Сидунью. А теперь мы начинаем праздновать праздник урожая. И мы приглашаем всех, кто еще не танцевал ни разу, пожалуйста, выходите на сцену. Наша сказка подошла к концу. Мы выполнили все приключения, мы встретили разных персонажей. Кого мы видели, ребята, вспоминайте. Духа, Духа Сидунью, Льва Варабу, еще кого? Быка-кумба. И мы с вами прошли Перемучий змей. И мы прошли все испытания. И теперь самое время потанцевать. Выходите все сюда. Выходите, пожалуйста, товарищи, родители, дети, кто еще здесь не был. Выходите сюда, и у нас настоящий африканский праздник. Thank you.
Питере. Это был проект «Маленькая Африка», группа «Сахалин». Спасибо большое, до новых встреч. Поклон. Дорогие друзья, теперь вы можете фотографировать своих детей вместе с Духом Сидуня, с нашими масками, с барабанами. Хорошего вам дня. Дорогие друзья, еще раз огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Усадьба Джаз-Кит ждет вас в прекрасном клубе Коснова 15 октября. Мы отправимся в Одессу на следующая сказка «Музыкальное путешествие в Одессу». А меня слышно вообще? Вот, спасибо вам еще раз. И я вас призываю, делитесь своими фотографиями замечательными. Я уверена, у нас в социальных сетях «Усадьба Джаз-Кит». Спасибо. Thank you.